В лабораторию областной клинической больницы пополнение. На вооружение лаборантов поступил робот. Аппарат стоимостью 14 миллионов рублей призван ускорять процесс обработки ПЦР-анализов на коронавирус. У нас есть автомат специальный, в котором мы можем загрузить 93 пробы. Выделение с раскапкой для ПЦР-процесса идет около 2 часов. Медработники уже оценили производительность. С появлением этого оборудования она выросла в 2 раза. У нас ускорилась работа, и нам стало значительно легче, потому что мы работали, когда были большие объемы, мы работали на износ. Бывало и так, что лаборантам приходилось обрабатывать по 1500 проб в сутки. Специалисты сейчас работают 2 смены и до последней пробирки. Каждый день примерно 400 проб проходит через автомат и столько же через руки медработников. На сегодняшний день ПЦР-отделом выполнено 58 815 исследований. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.